увидеть Камчатку и, нет, не умереть, а влюбиться навсегда, ведь от таких красот просто дух захватывает, говорят участники этнографической экспедиции. В живописном раю пробыли почти 3 недели и написали более 100 картин. Из них только 15 принадлежит кисти Александра Ивашко. Как только узнал о поездке на Камчатку, изучил о ней буквально все. Я писал утром и вечерами, я писал пейзажи, я вставал в 6 утра, бегал. Вот, а как были в ЭСА, вот работы по ЭСА, все эти работы – это ЭСА. Писал эту деревушку, село вдоль и поперек, потому что красиво, там воздух чистейший. Это жемчужина края, поселок Эссе, место притяжения туристов. Его красота и взволновала душу художника. А вот Виктор до мелочей рассмотрел древние постройки и изобразил их также детально. Здесь их называют лабаз, место для рыболовов. Они там тушат рыбу. Вот видите, даже рыба, она и висела. Вот это вот сделано из слег. Виктор писал и местные обряды, и портреты коренных жителей, продолжает работать, говорит, не может остановиться, впечатления живы до сих пор. Это уникально для художников, потому что обычно художники, они не занимаются такими серьезными социальными проектами, и, наверное, в связи с этим мы получили президентский грант, потому что это было, мало того, что это актуальный проект для России, это еще и уникально. Такая господдержка не случайна. На членов ассоциации возложена большая миссия – изучить культуру, быт, обычаи, традиции, условия проживания коренных народов и переложить все на холст. И у них получилось. До каждой детали в ярких красках изобразили жилища, утварь, одежду и обряды местных жителей. Кстати, это эвены, коряки и тельмены. Основной их промысел – оленеводство и рыболовство. Все потому, что кругом тундра, реки, горы и много оленей. А женщины в камчатских селениях, как говорится, и коняточные, оленя на скаку остановят и быт обустроят. Кстати, вместе с мужьями они уходят в пастбище на целый год. Женщины, они ведут все хозяйство. Там и выделка шкуры, и приготовление еды, вплоть до того, что в их обязанности входит собрать юрту, поставить, когда они приходят. Это делают только женщины. Причем делают это за полчаса, и такой уклад существует по сей день. Стать желанным гостем в таком доме можно только пройдя в буквальном смысле через огонь. Это и венский обряд очищения. То есть это с бубном, с какими-то пениями и так далее. Потом они берут веточки можжевельника, опускают их в огонь, начинает трещать смола, и идет очень сильный дым. Через этот дым мы все проходили. Свои обычаи есть у всех камчатских народов. Участники экспедиции говорят, люди здесь принимают жизнь с радостью. Суровая природа закалила только характер, а внутри они добрые и приветливые. Даже уезжать не хотелось. Каждый день вспоминаю, это пока не отпускает. И, может быть, и не отпустит. Вот, может, еще привлечет туда. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».